Здравствуйте! Это уже третье видео, посвященное Desert Eagle на моем канале. Надеюсь, вам еще не надоело. Почему я так много снимаю про этот пистолет? Когда-то давно в детстве я на компьютере у себя завел папку для всяких материалов, связанных с оружием. И назвал эту папку Desert Eagle. Уже тогда мне этот пистолет очень приглянулся. Но сейчас, имея возможность стрелять из него столько, сколько захочется, я понял, что он еще лучше, чем я тогда думал. Мне казалось, что это какая-то адская пушка с безумной отдачей, и у нее крутой внешний вид, огромная мощность, но никакого толка в ней нет. Сейчас я убедился, что это не так. Это прекрасный спортивный пистолет, из которого приятно стрелять. Ну, по крайней мере, в том варианте, который здесь, в Одесском областном стрелково-спортивном клубе. Это 44 Magnum калибр. И пистолет оснащен дульным тормозом. Сейчас я попробую пострелять из него в темпе. Посмотреть, насколько легко удерживать отдачу этого пистолета. 8 выстрелов. Ну, конечно, я их не отстреляю за пару секунд. Все-таки 44 Magnum. Но постараюсь для вас сделать все-таки это как можно быстрее, чтобы вы сами убедились, что этот пистолет довольно легко контролировать. Хочу заметить, что я не особо сильный стрелок, у меня слабые довольно запястья, и с контролем отдачи у меня всегда были некоторые проблемы. Что же? Пробуем. Как видите, никаких проблем. 44 Magnum Desert Eagle отстрелял всего за несколько секунд полный магазин.